Очень быстро привыкаем к своим страхам. Мы начинаем просто им потакать и как бы считаем, ну и нормально. Вот я адаптировался к тому, что у меня вот такие страхи. Боюсь перед аудиторией выступать, ну и не буду выступать. Там, боюсь, на самолетах летать, ну не буду на самолетах летать и так далее. То есть вот мы очень адаптируемся. Точно так же мы адаптируемся к собственной депрессии. То есть у нас наступает ощущение того, что мы ничего с собой не представляем, мы никому не нужны там, и так далее. И мы с этим тоже начинаем в какой-то момент смиряться. Да? Даже если вы считаете, что в общем с этим можно жить, можно, но как? Здесь же наша задача, вопрос увеличения качества жизни, чувствовать себя более счастливыми, более, желающими жить в конце концов.